период с 19 по 25 июня на территории городского округа Мытищи зафиксировано 3 пожара. Так, 21 числа, благодаря оперативности огнеборцев, пламя с автомобиля «Вольво» не распространилось на рядом припаркованные машины на улице Трудовой у дома 22. Моторный отсек немецкой иномарки выгорел по всей площади. Как показала проверка, причиной возгорания послужил аварийный режим или неисправность автомобиля. 24 июня на улице Владимирская чудом удалось избежать жертв. Огонь, охвативший хозяйственный блок, быстро распространялся и перекинулся на кровлю соседнего двухэтажного дома. В результате пожара хозяйственная постройка выгорела и разобрана по всей площади. У жилого дома выгорела полностью кровля и второй этаж. Также в ходе тушения дом был очень сильно залит водой. Третий пожар произошел в воскресенье в деревне Сорокино в СНТ «Звездочка». Там владельцы садового участка лишились двухэтажной бани. Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить его распространения на соседние постройки. В результате пожара в парном помещении закоптилась и выгорела стена на площади 3 квадратных метра. Также второй этаж выгорел на площади 3 квадратных метра. Предполагаемой причиной пожара в данном случае послужил аварийный режим работы печного оборудования. Сотрудники отдела надзорной деятельности призывают жителей округа быть бдительными и в случае обнаружения огня или задымления сразу сообщать по телефону 101 или единому номеру 112.